Ну что, мы заняли вас начинаем. Вы готовы? Дамы и господа. Ladies and gentlemen. Мадам и месье. Ми раді знову вас вітати на щорічному дебюті першокурсники! А також вітаємо наших гостей. Це студенти Васильівського коледжу. Ми знову тут, в уютному залі цьому, і зазнаємо торжественність моменту. Всіх тих, хто поступив до нас цим літом, сьогодні посвящаємо ми, студенти. Це дійсно дивовижне свято, традиція, яка проводиться на нашому факультеті із року в рік. Взявши участь у дебюті, ви покажете себе, налагодите атмосферу в групі та із задоволенням проведете час. Ми раді, що прийшли ви в ці стіни. Пусть будуть вам вони уютним домом. Хотім, щоб були ви достойні зміни. Пусть ждуть вас тільки красні дипломи. Дякую. Декан. Знакомо студентам всем. Вы друг, педагог, покровитель в решении многих проблем. Спасибо за знание простор, за радость студенческих лет, душевность, тепло разговоров, за опыт и счастье побед. Слово надається найчарівнішому декану нашого університету Івановій Ірині Євгеніївні. Да. Я хочу поприветствовать вас с нашим маленьким праздником, традиционным праздником дебют первокурсника на нашем факультете, пожелать вам творческих успехов и сказать, дай Бог, чтобы так, как вы выставляете и показываете свои таланты, вы точно так же учились. Удачи, успехов и вперед! Посмотрите, посмотрите, как уютно в этом зале. Группы нового набора здесь сегодня собрались. Стать студентами мечтали, посвящения долго ждали. А сегодня наконец-то дождались. Дорогі викладачі, студенти та усі присутні гості, свято дебют першокурсників оголошується відкритим! А тепер до вашої уваги я представляю вам наше шановне журі. Чарівна та заворожуюча декан факультету агротехнології та екології Іванова Ірина Євгенівна. Час пильна, замдекана з виховної роботи Шлєєна Людмила Іванівна. Викладач, який завжди піднімає нам настрій, Щербакова Ніна Володимирівна. А також завжди готовий прийти на допомогу голова факультету Білий Євгеній. Ответственность нужна. Тебя здоровым дома ждут родные и друзья. Инструмент бы должен прочным и отважным, и точным. Неисправен инструмент, можешь пострадать в момент. И першими на цю сцену запрошуємо студентів 11-ї групи. Спеціальності цивільна безпека. Зустрічайте їх бурхливими облесками. Давайте ще бурхливі облески. Ну що ж, а тепер нам потрібно один гравець, щоб зображував ті слова, точніше, так буду говорити по-русски, тому що це гра, ті... Вот так вот бывает, в голове крутится, крутится, вертится. Те предложения, которые написаны. А группа должна будет отгадать, что это. Готовы? Так, группа остановится сюда. А почему вдвоем? Один. А, хорошо. Так, а вы здесь встаете. Итак, ну, этот конкурс покажет, как группа уже подружилась и друг друга понимают без слов. Итак, Наташа готова? Так, только не подсказываем словами, мы все видим. Изобразить должен, они должны будут угадать. Мы продолжаем. Урожай собрать высокий, нам поможет как оно. Все-таки думает кого-то обдурить. Знает он посева сроки и с ботаникой знаком.
Ну что ж, а я с задоволенням запрошую для виступу наступну групу. Це весела та енергійна група 11SAG. Підтримаю їх. Молодці, всегда готові. Цілими робами президента. Да, такое возможно? То есть ты выбрал профессию землероб почему? Потому что буду президентом. Вот так Порошенко у нас работает на земле. Хорошо. Все, нечего больше давать? Хорошо. Ну я же говорил, может лучше подумать. Ага, тут друг другу подставу делают. Готова? Не готова. Что, мне тогда ответить, чушь? Ты готова? Хорошо, поехали. Дальше видишь. Агрономом или, может быть, поменяешь профессию, передумаешь или нет. А в танцы пойдешь? Можно, кстати, совмещать и агроном, и танцы. На поле будешь прыгать, танцевать. Хорошо, давайте бурные аплодисменты. Здравствуйте, с самой группой. Девушки, как тебя зовут? Надежда, давайте поддержим ее. Так, Надежда, а ну давай, залопай что-нибудь. Сейчас. Почему ты выбрала эту профессию? Вот уже забыла. Девочки, сразу видно. И кем ты себя дальше видишь? Он будет на меня работать. А, так, тише, тише. Смотри, сейчас... На меня. Сейчас будет батл. Хорошо, ладно. И? И меня, наверное, на корпоративе, если что, пригласишь, да? И? Ну, короче, я выбрала это, профессию агронома, потому что у меня парень, короче, поля, короче, и надо было идти. Ага. Ну, вот это. То есть не по своей воле, а парень попросил? Нет, как? По своей, просто помощь. Ага, хорошо, вот молодец, девушка, действительно. Давайте бурные аплодисменты. Так, ну что, ты на товарищ? Нет, у меня аграфирма уже почти есть, у тебя нет. Так что, у тебя нету, ты без аграфирмы. Все, да? А, хорошо. Ну что ж, бурные аплодисменты. Самые смелые. Профессия эколог важна и современна. Его предназначение – природу сохранить. Вода, земля и воздух для всех людей бесценны. И на планете нашей без них нельзя прожить. Ну що ж, не терпиться вже продемонструвати себе та свої таланти, подарувати вам багато емоцій групі 11 за спеціальністю екологія. Ну, ні, подождите, я скажу, настав, внимание, марш. Ну що, ребята, за кого болеєте? Ні, ні, я ще не сказала, брат, стой, стой, я скажу, один раз, два, три. І без рук на двері. Так, і вместе, на старт. Внимание, без рук, взяли все в рот. Давай, давай, бери. Шарик. Так, мы не начнем, пока ты не возьмешь. Готов, говорит. Так, я все вижу. Вместе, и на старт. Так, молодец, молодец. Кто еще на двое? Молодец. Молодец. Итак, музычку можно тише. Итак, давайте бурные аплодисменты тем, кто на туру. Итак, друзья, те, кто не успел надуть вовремя, присаживаемся на свои места. А те, которые надули быстрее всех, это у нас, по-моему, раз, два, три. Ты не успел надуть, присаживайся. Шарик, кстати, это вам подарок. Ну что ж, ребята, осталось три претендента. На кого ставим ставки? Это Виталик, да? Привет, это Сережа. Можно просто серенький. Тебя как? Саненький. Саненький, синенький наоборот. Хорошо. Баклажанчик. И тебя? Катюша. Катюша. Итак, Катюха, Саня... Витраха.
Так, взуем шарики. Ага, вы-то думали, я так... Тащи, как младенец. Так, ну что ж, взяли в рот шарики. Нормально все. Ты ж ложку берешь в рот, нормально. Так, руки убрали. Так, назад руки все. Вот, хорошо. Итак, вместе. На старт! Внимание! Ну, помогайте мне! Марш! Просто кто мне? Ну что ж, ребята, бурные аплодисменты вам! Ладно, Виктория, да, Виктория.